Музей третьей школы «Наше наследие» создан в 1998 году по инициативе директора Раисы Николаевны Каменевой. Первым руководителем был учитель истории Сергей Федорович Калинин. Он вместе с первостроителем Федором Николаевичем Насиновским занимался оформлением музея. На стендах отражена история строительства атомной станции и Десногорска со времен его зарождения. В этом году музей отмечает свой 20-летний юбилей. Многие выпускники помнят время создания школьного музея. Хочу большое спасибо сказать руководству школы, что за 20 лет, потому что я помню, в 98 году, после сдачи как раз экзамена по истории, как здесь был создан этот музей, уже перейдя в 10 класс, прекрасно помню вот эти вот стенды, которые здесь были простые, были ящики с теми следами, останками Великой Отечественной войны, которые находили наши поисковики. И за 20 лет это все сохранено, приумножено, и наша история не забывается. 12 октября прошлого года музей третьей школы посетил депутат Смоленской областной думы, директор Атомтранса Михаил Лосенко. Он увидел, что музей требует ремонта и предложил свою помощь. С октября по май месяц была сделана очень большая работа. Заменены светильники, окна, полностью косметический ремонт в кабинете, сделаны новые стенды, обновленные с добавлением новой информации о нашем городе, о наших предприятиях. И вот сегодня мы в преддверии Дня музеев провели торжественное открытие обновленного нашего школьного музея истории строительства атомной станции и города Десногорска. И очень благодарны лично Михаилу Васильевичу и всем сотрудникам этого предприятия. 17 мая школьный музей «Наше наследие» получил свое второе рождение. Поздравить школьников с этим событием пришли депутат областной думы Михаил Лосенко, помощник депутата Олег Синовоз, заместитель главы города Александр Новиков и заместитель директора станции Анатолий Терлецкий. Право перерезать символическую красную ленточку доверили Михаилу Лосенко, Александру Новикову и Наталье Куприенко. Директор школы Раиса Сотник со словами благодарности вручила областному депутату благодарственное письмо за неоценимую помощь в обновлении музея. Очень, очень понравилось. Я даже, даже не ожидал. Мне нравится качество первой работы. Я горжусь сотрудниками Атомтранса, это они делали. Поэтому вот так надо везде делать, тогда у нас будет везде такой порядочек. Почетные гости оставили свои записи в книге памяти и заверили, что дружба со школой будет плодотворно продолжаться.